Сначала дизайн монеты делается на компьютере, рисуется. Потом все это попадает к скульптору, который изготавливает вот такую гипсовую модель. Дальше отливается силикон на случай того, чтобы можно было всегда продублировать в случае там поломки через сканер и через определенное оборудование. Это все уже в цифровом виде переносится вот на такой инструмент. Он называется маточник. И здесь представлен позитивное изображение, ровно такое, как здесь, но только уже в масштабе самой монеты. Путем передавливания прямого уже дальше получаем вот такой обратник. Здесь изображение уже негативное. На каждом этапе инструменты обрабатываются очень тщательно гравером, убираются небольшие царапины, любой там брак. Каждым штемпелем можно отчеканить от 5 до 30 монет в среднем.